Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня очередной тест, я даже не знаю, мега крутого героя, без донатного, но с мега качествами. И я решил сделать максималки по некоторым показателям, по некоторым статам. И, честно говоря, это просто жесть, какая получилась. Ну, не знаю, для некоторых локаций, конечно, имба, ну... Сейчас нету такого понятия, что универсальный герой будет везде тащить. Но есть реально крутые фансбурки. У нас вот такая вот сегодня на тесте будет Махатма. 10-10 берс, 120% атаки. Если же будет меньше жизни, чем 35%, еще дополняется. Дополнительно будет еще 120%. Плюс у нас... Суперсила, ой, говорю, фу ты, суперсила, необузданная ярость. Что-то я уже на эту суперсилу половину героев перекачал. В общем, необузданная ярость еще дополнительно 50% скорости атаки. Итого у нашего героя, я поставил сюда специально, чтобы было немножко больше статов, 7000 точности, 12300 уклонения. И, ребят, 70, что там у нас получается, 77, нет, тут и 945, 72 с половиной тысячи атаки, 72 с половиной тысячи. Я еще ее сделаю, наверное, на атаку протестирую. Но вот такая вот сборка, 14-14. Самое основное, что герой забирает энергию, снимает себя негативные эффекты, имеет иммунитет к стану страху, также плюс накидывает еще дополнительно 100% скорости атаки и понижает входящий урон на 75. В общем, поехали. Давайте начнем с самого такого безобидного, это, наверное, с пятой кошмарки. Мне просто интересно, что здесь сейчас будет. Посмотрите на эту скорость. Это просто нереально. А если еще так сделать? Они просто не выживают по домам. Посмотрите, что делается. Нифиг подойдешь. Был череп и не стало черепа. Офигеть. Просто офигеть. Интересно, шестая. Но они, это еще не активируется бонус. Интересно, тут сольется или нет на демонах. Капец, какая скорость атаки обалденная. Как вам такое? Офигеть. Знаете, то чувство, что герой просто как под тыквой. Им разгона получается. Ну, здесь нет у нас. У нас здесь 120 плюс 100 плюс 50. А еще может включиться еще плюс 120%. Ну, а на демонов я не знаю. Вряд ли. Не видно, сколько у демонов хп. Это реально круто. И можно и танковать свободно, и где-то дамажить. То есть варианты для Махатмы реально разные есть. Так, ладно, ну здесь она уже ничего не сделает. Ну, он, видно, добила треть. Треть ушатала. Хорошо, интересно, если попробовать. Я попробую еще тыковку поставить. Посмотреть с разгоном, что будет. Это просто нереально. У нее и дамага круто.
дофигища и... Так, интересно, тыква выживет? По идее, должна. Единственное, что стан... О, начала проседать, отлично. Чай, она ускорится еще быстрее будет. Так, медуза, это, конечно, не очень хорошо. Офигеть. Такое ощущение, что... А, тыкву слили. Она слилась. Да. Давайте еще попробуем сюда ворожая добавить. Шестая, она для многих сложная, потому что эти демоны их поменяли, видоизменились, и они теперь отражают. Пробуем. Мне просто интересно попробовать их убить. Посмотреть, что Махатма сможет или не сможет. Так, разгон пошел. Посмотрим хотя бы сколько у нас. Ну, посмотрите, она дамажит, конечно, круто. Сколько, интересно, мы снесем? У меня такое ощущение, что она под тыквой, что она не под тыквой. Скорость атаки та же. Жалко, нету в подземках ускорялки. Мало, кстати, еще Тесса как вариант, она тоже имеет неплохие показатели по скорости. За счет своего кулака тоже кайфовая тема. Надо будет ее на максималке потестировать в такой сборке. Ну смотрите, этих демонов в принципе... Наполовину того уже ушатало. Может, и этих по половине уже снесли. Секунд осталось. Это три героя, надо будет попробовать поставить все героя на дамаг. Да, одного ушатали, а вот того, у которого... У него, видите, нули идут. Видимо, когда или выживание, типа, либо отражалки что-то непонятное. Его слить, наверное, нереально. Точно так же. То есть двоих демонов можно слить, двоих вряд ли сольете. Ладно. Поехали дальше. Вот седьмая. Давайте попробуем отсюда. Девятки. Фига себе. Она бешеная, реально. Это при том, что у нас сейчас нету отхила, только отхил от питомца. Супер пэта идет. Это просто жесть.
Посмотрите на эту скорость атаки. Сейчас будет меньше 35%. И начнется вообще огонь. Вот он начался. Посмотрите на эту скорость атаки. Я офигею просто. Жесть. Давай бей. Так, интересно, она успеет уйти еще раз в инвиз или нет? Вот отлично. Вот она в инвизе. Это еще увеличивается атака, причем конкретно так. Нужно будет ее потестировать, я думаю, на битве гильдий. Следующий. Ну, на подземках, конечно, она смотрится круто. Так, 70 мы тоже пройдем. Поехали на восьмую. Но на восьмую надо посмотреть там, где нету у нас отражалок. Потому что она будет убиваться на отражалках, на суриках. Попробуем где-то отсюда. Мы зацепили кого-то. Так, тут отражалка. Вот, супер. Скажите, что еще надо? Это при том, что она не собрана на уклонение. То есть здесь только супер пад стоит, уклонения на ней нету со звездиями. Ну понятно, она тут дальше не пройдет, потому что ей надо фрай как-то слить. Но смотрится круто. Но интересно, закинем против Махатмы. Против них посмотреть. Это у кого-то есть. А, или у демона, у кого-то здесь отражалка. Либо ее точно так же убили. Махатмушки не дали ей включиться. Ладно. На восьмой это такое. Поехали в рейды. Ух ты, там отражалки, видимо. Потому что так жестко в минус. Да, смотрите, здесь отражалки стоят. Ну, понятно. На отражалке надо ставить, как вариант, ПД-шку. Сейчас попробуем еще. Либо Лутикаху. Ну, сейчас запустим, потестируем. Жестко смотр пробил. Ну, конечно, когда она в инвиз уходит, это кайф. Посмотрите на эту скорость атаки. Просто что-то нереальное. Да, тут вариант только ставить. Можно и перс убрать, конечно. Давайте попробуем вариант с утеканием. Камешков не хватает, это ужасно. Ну, девятка, десятка, здесь по сути роли играть никакой не будет. Так, где там наше утекание? Ну, не знаю, мне Махатма нравится в такой сборке. Очень веселая получается. Еще можно обряд лечения поставить, но мы тестируем его на такую максимальную атаку. Так, теперь с отхилом смотрим, что у нас будет. Плюс супер пэт. Молчанка прошла, но дальше просто пиздец. Чё она творит? Жесть. Какие нафиг огники? О чем вы? Здравствуй, Фрей. Посмотрите на оккультиста. Вот шатали просто. Смотр. Вот реально смотр очень многое решает. Но мы без смотра пробуем. Так, пробуем против. Офигеть просто.
Видите, нету уклонения, по ней попадают. Чем больше будет, конечно, уклонение, но мы сделали сборку на супер скорость атаки. Поэтому такой вариант не прокатит на PvP, думаю, ну на фарме реально круто. Смотря, конечно, какой у вас. Да, видите, не хватает. Ну, держится чуть-чуть. Но, конечно, с УЗ-шкой она намного ярче. Но мне именно интересно скорость посмотреть. Вариации ее я вам уже показывал, УЗ плюс при отвлечении. Этот вариант это чисто на скорость атаки. Ну, один на один она по идее. И видите, молчанка проходит, она не успевает. Она зефиром должна держать урон зефира один на один. Но против топов по 221к она получает входящий. Нереально. Ей надо где-то включиться. Но эта сборка не для PvP. Чисто сборка для фарма, наверное, больше. Хотя, в принципе, можно и на PvP использовать, смотря какие у вас противники. От хила здесь хватает, но все зависит уже от противника, от прокачек. Такс. Что можно поменять такое интересное сделать? Подашку смысла нету ставить. А давайте нападем на мой твинк. Вот у меня здесь зефир, 30-й прорыв. ОЗ-шкой. Но он ее не пробивает. В принципе, она его тоже не пробивает. Шестнадцать двести это потолок. Зефир себя тоже восстанавливает. Да, вариант тоже довольно-таки неплохой. Ну, друг друга, скажем так, они не убивают. Так, еще хочу в рейдах посмотреть. Сейчас пойду на PvP локации посмотрю. Ну, тут без вариантов, я думаю. Такая сборка, она классная, но отражалка и прочее без варика. Интересно, что сейчас здесь будет. Офигеть просто. Но я не знаю, по скорости атаки, я думаю, такая сборка ее на арене тоже вполне возможно, если она тем более с середины вот пробивает сразу же камень. Смотрите, это просто жесть. Самое главное и добежать быстро. Все. Посмотрите, что она делает. Расстояние дальности атаки у нее реально очень крутое. Ее скилла. На арене вполне вероятно по центру ее ставить. Завела молчанку. Дамаг тоже очень классный.
Попробуем подняться в топ. Может, сейчас кого-то найдем более веселого. Ну, домах у нее приличный, я вам скажу. Самое главное, чтобы она била по прямой. Так, надо попробовать через верх. Ставлю тут мелких, для того, чтобы жизни было побольше. Отлично! Мне это нравится. Видите, мало. Вот было бы классно, если было бы хотя бы изначально видно, откуда у него герои будут заходить. Так, тут по центру, в принципе, нормально миссуют, отлично. Так, ну что, мы будем бить по прямой или нет? Мы вообще никак бить не будем. Не бьем. Ушатали. Мало дефа, тут ничего не сделаешь уже. Попробуем против этого. А видите, можно ее заморозить, парализовать. Ну, то есть у нее не все иммунитеты. Но я скажу так, если там точности много нет, а ее собрать на уклонение, то очень даже ничего будет. У меня просто она вся на атаку. Ну, успеет или нет, интересно. Не, не успеет. Там очень много героев. Попробуем их задержать хоть немножко, если получится, конечно. Посмотрите, она отсюда уже до центра достает. Свободно. Но Бигфут там, по идее, не даст пройти. Охник. Некрос. Полмиллиона всекает. У него поярче урон, конечно же. Не знаю, сейчас посмотрим, кто кого. Мы, наверное, не успеем. Там еще и Космо дамажит. Хотя идем в принципе на равных, где-то плюс-минус, и он все-таки быстрее идет. Ну, прочность камня зависит от количества героев ихнего жизни. Чуть-чуть не хватило, но некоторых ушатали даже. Хорошо, ну, с Дрейком, с этим, я думаю, тут вариантов у них точно уже не будет. Посмотрите, она даже отсюда достает по прямой. Это просто жесть. Вообще кайф. Можно реально ее ставить по центру. Забирать еще и на атаку. Правда, отражалки тогда надо как-то обезопаситься. ПДшка плюс ППшка как вариант. Очень даже ничего, смотрите, что они творят. Красавчики. Так, все, он прорвался к моему камню. Но Бигфута, я думаю, вряд ли ее сольют. Жесть. Она творит реально чудеса. Просто крейзи герой.
Все, попытки у нас на сегодня кончились. Так, окей. Поехали еще ее посмотрим на ЗБшке. Интересно здесь глянуть. Тут, конечно, противников надо еще найти. Но смотр как шатал, так и шатает процентуально. От этого никуда не денешься. Этот питомец отхиливает. Ее отхил, что-то не видно даже. Ну, хилит она, в принципе, себя довольно-таки неплохо, я скажу. Парализует, конечно, ее. Там Ронин и этот супер питомец львица тоже. Она не дает ударить. Видите, накидывает окаменение, обездвиживает. Интересно, кто кого, Бигфут или Роза? Ну, наверное, Бигфут Розу не убьет в такой сборке, в дефной сборке. Без варианта. Нету, к сожалению, противников. Это надо сидеть, чтобы в топы выходить дальше. В общем, такой вот, ребятушки, супергерой. Буду тестировать дальше другие сборки на Махатме. Ну, вот на отражалках, просто на изи плюс. Землеройка попадает. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.